выйти и мяч, и сделать игру. Ну, вот такие дела. Так что осталось чуть-чуть, и начнет это священнодействие. Руни брать, и их будет, может быть, даже... Ну, как бы то ни было, судья назначил совершенно справедливо штрафной, и Бекхэм выполняет удар. И удар по воротам. Рикошет из Милан открывает счет. Рональдиньо пробил с хода. Бекхэм навесил. Мяч там как-то отскочил от кого-то прямо на ногу. Рональдиньо хода пробил. Пробил, в общем-то, если по полету мяча. Плохо, неплохо. Финты, пас налево. Немножко сильно, поэтому сразу пробить невозможно было. Финт на паузе. Видите, он сделал, что Рональдиньо вроде бы замахнулся. И даже сделал чуть-чуть. И смелее заработают футболисты полузащиту, подключение штрафа. Вперед идет Милан. Пас по центру. Бить поворотом надо. Дальний. Удобней было Антонини, красавчик. Здорово подключился. Смотрите, упал Рональдиньо, потерял Рональдиньо. Удар поворотом. Очень опасный. Бил Руни. Ну вот Руни себя и показал. Как-то подзабыть немножечко Бекхэм. Навес, вратарь. Молодец, Вандерсон. Трудные ситуации в толпе сумел отбить мяч. Ну и попал. Все по правилам. Удар по воротам. Ай-яй-яй, какой момент у Кунталара. И офсайда не было. Там провал получился в обороне. Амбрузини великолепно. Пас направо. Удар вдоль ворот. Опасный момент. Гол! 1-1. Из ничего. И сейчас будет удар поворотом. Внимание. Ударчик был. Неплохо, молодец. Но убито было мягко. Рональдиньо. Говоря, ну, в общем-то, в целом, интересные варианты игровых действий. Это если говорить не о результате, а был в этом плане еще ничего. А потом он стал в этом плане проигрывать даже. Но в плане и опасный момент. Опасный момент. Биттер, наверное, 1-1. Навес штрафную. Удар поворотом. Это опаснейший момент. Между прочим, выше стенки, выше ворот. Вот видите, а я-то в том случае сказал, Бекхэм. И вот он набирает ход. Смотрите, это Руни и бьет поворотом. Мяч кого-то задевает, летает за пределы. Ну, Руни, естественно, воздали в Италии должное. Опасно, опасно атакует Милан, опасно. И удар по дальний угол ворот, но очень открытый удар. Серьезно, между прочим. Пак Руни. Руни. Нет, бить неудобно. Нет, двигается. А сейчас хочет ударить. Бьет прямо в руки. Молодец. Руни, браво. Дида. Великолепно. Ну вот и не пришлось. Не играем пока что. Еще Зайдорф не в составе. Опасный момент. Гол. 2-1. Это Руни, как его не держали, как не бегали за ним, но после этого навеса очень технично выпрыгнул, красиво головой. Удар поворотом, ух, какой ударчик, да? Попади только, как говорится, в створ ворот, Руни опять не штраф. Плечер. И сейчас гольчик будет еще один, 3-1, все. День сворачивал лавочку. Руни забивает второй мяч. И торжествует тактика умудренного и мудрого сэра Алекса Керри. Направо. Прострел. Ну. Опа! Прострел. Ох, только. Ну-ка, приложись, Руни. Приложился. Рональдиньо. 3-2. Видите, как попросил и забили.
сделал это за еду. А время еще есть. И спасемся, а? Ах ты, какой момент, а? У Инзаги-то. Красавчик. Ач, быстренько навес на противоположный фланг. Сброс мяча, бить неудобно. Удар по воротам, мяч попадает в кого-то из игроков, улетает на угловой с правой стороны. Это был шанс. Флетчер пытается помешать. Сбит Пато. Желтая карточка. Так, желтые карточки, желтые карточки. И кто Керрика удаляет с мячом? Олигарио Бенкеренс.